скажи мне, почему ты такой вредный? Я-то не вредный. Кто-то вот начал с самых первых секунд. Рюкзак, видите, не отдал. Мы летим, куда летим? Мы плывем в Каосок. А по дороге поедем смотреть на дельфинов. Погода прекрасная. Время 6 часов, а дельфины опаздывают на встречу. Это возмутительно. Вот он, самый закрытый пирс. Раньше отсюда возили компании Лампроя и Сонгсерн. А теперь все закрыто. Кошечки, мяу-мяу-мяу. Через 270 метров налево. Мы выбрали домик где-то ближе к природе. О, кстати, тоже домики. Не, нам еще 850 метров до нашего домика. 850 еще. Кстати, плоды пальмы, которые
везут на этих самых грузовиках. Вот он, по-моему, идут. Ау! Очки. Так. Вот. Прекрасно. Почти приехали. Как тебе дорога? Отлично, но немножко уже устал. Ну, как раз такая поездка. Кстати, если бы мы выехали, наверное, из Самуи и поехали прямо сюда, было бы тяжелее. А так мы выехали из Донсака. Прекрасный вид. Так, чё? Сейчас я найду бронь. Ты, наверное, туда поставь и слезай. Так-то приехали. Можешь расчехляться. Сначала заселись. А у меня, кстати, Wi-Fi нет. Wi-Fi-то, похоже, отвалился. Здесь вообще интернета, наверное, нет. Да? Прощай, трейдинг. А зато очень много. Так, снимаем тапочки. Welcome to Palm View. Thank you. We have booking. Yes, you are. I saw you have message to me also. I sent to you. Sorry. Oh. Eugenia, yes. Yeah. Where you from? From Russia. Russia? Uh-huh. Dobro bozhalovashche. Thank you. Money. Hey, собак. You can take a seat. Oh, you can go with your shoes. Sorry, I forget. And your motorbike, you can park near the room. And where is the room? Number 8. Number 8. I show you. Uh-huh. You want to go now or later? We can go now. Yes, if okay. You have key. Do you need passport? I showed you something first. This Wi-Fi code, Wi-Fi have only around here. Kitchen open in the morning, 7:30 until 8 p.m. This is menu card. For information, maybe you're interested. Transfer timetable. And you can come to check in later. Ah, okay. Now you okay. Relax to the room. Thank you so much. Okay, let's start. What do you say? You're welcome. Bosholosta. You're welcome. Спасибо. Bosholosta. Пожалуйста. Bosholosta. You can motorbike, follow me. Uh-huh, okay. Ivana, right? Eugenia. Eugenia. Engineer. Uh-huh. I'm Kong. Nice to meet you. You drive and wait me over there. Uh-huh. And take my okay. Motorbike. Сказал, что мы можем поехать, и он нам покажет. Короче, поехали. Забирай. Тут есть Wi-Fi, он работает только в пределах отеля, походу. Вот. Очень прикольный таец, разговаривает по-русски, слегка знает. Добро пожаловать. Спасибо, пожалуйста. Домика надо на байке ехать.
ребенок, который мы букали все-таки. О, красивый. Что у нас тут есть в комнате? Кровать, собственно. Вид на джунгли с обезьянками. Тихо. Слышно только, как кузнечики какие-то стрекочут. Здесь нет кондея, есть вентилятор. Маленькая вода. Душ. Все простенько, но зато прямо посреди национального парка. Расскажу вам о моих землях. Это все мое. Мои дома, мои книги. Главное, чтобы об этом не услышали тайцы. Как тебе нравится? Класс. Мне интересно, будут ли тут обезьянки. В прошлый раз мы останавливались в домике возле речки, и там с утра были обезьянки, которые меня чуть не сожрали. Звуки. У нас тут это толпы мышей полетели. А видно или нет? Видно. Прям ручейком откуда-то. О, сколько мышей. Надо, наверное, надеть кроссовки и посмотреть. Наверное, они летят вот из той пещеры. Но они прям уже летят бесконечным потоком по таким нескольким штукам. Это очень прикольно. Они откуда-то оттуда летят. Только послушайте этот звук. Доброе утро, Сани, скажи доброе утро. Доброе утро. Мы пришли в национальный парк Каусок. У нас уже проверили сертификаты вакцинации, чтобы мы, не дай бог, не заразились птицы.
Так, и вот. Река есть, они у нас, купальник есть, можем искупаться. Водопад Винхин. Там нам какое-то 6 километров. Не, вот река есть 1.5 километра. А вот, кстати, там Саван водопад 6 километров. Про него говорили. И 7 километров. Ну, короче, все водопады в ту сторону. Пойдем? Пойдем. Ближайший через 2.5 километра. Кстати, заметил, чуваки в полиции в этой рейнджере сидят, тоже у них маска только на пол лица, просто у тайцев нос маленький, поэтому не очевидно, что... О, у них гид есть. Пойду Рафлезию, наверное, искать. Я читала, что Рафлезия куда-то в горы надо вообще карабкаться. Такой охренительный воздух заставляет носить маску. Вот так. Вот, кстати, Савадика. Тикет. Показываю тикет. Я пока посмотрю карту. О, мы тут увидим обезьянок. Тропический лес, бамбуки, пиявки какие-то или что это, да, такое? Да, предупреждали, что одевать нужно. Ну и став какие-то. Пиявка такая? Да, что только в такой обуви, иначе. Что такое воздушный экспресс? Что, на тарзанке можете обратно доставить или что? Лангпайнга какая-то. Непонятно. Элефант Крайн. Это пальма? Так называется. Слоны? Слоны будут? Ну, лангуров мы уже видели. Пиявки, вон, видишь, что творится. Ага. Вот большой водопад, до которого, походу, мы, наверное, не дойдем. Ну-ка, ну-ка, дай-ка про пиявок посмотрю. Личис. Крейт. Помнишь, в этом мире наизнанку они крейта ловили? С тропы, говорят, не сходить. Пахнет как. Там у школьников какое-то мероприятие, видел Новый год, типа. Я читала, что школьники сейчас вообще не учатся, из-за ковида в школу не ходят. В школу не ходят, но на мероприятия ходят. Сегодня какой день недели? Суббота. Суббота? Сейчас утро суббота. Туристы вон видел в этих коротеньких шортиках. Ну, вполне себе идут. Пока что. Бабочка, смотри, какая. Летела. На часах 0,48 километра. А, надо включать. Да, включай этот самый. Как его? Режим тренировки.
Трекинг, да, трекинг. Ну, я пойду к табличке, тебя там подожду, тут рядом. Вообще прикольно, очень хотелось куда-то ближе к природе. Вот это бамбуковые заросли. Вообще класс. Из них, из этих бамбуков, потом, наверное, построят какие-нибудь кафешки и стулья, и даже кровати, и маленькие тайские лавки. Бамбук – вещь полезная. Блин, комар в глаз прям попал. Это когда ты намазал все руки и ноги, и все остальное спреем от комаров, комар полетит тебе в глаз. Что, не побрызгай мне в глаз? О, смотри, какие скалы. Здесь тоже должны быть обезьяны. Смотри, лианы-то да, есть? Да, да, они явно здесь бывают. Надеюсь, змея не упадет на меня после этого. Я боялась, что я сейчас потяну за лиану, где свалится что-нибудь сверху. Край. Край, да, за шиворот спадет. Я даже шиворот застегнула на всякий случай. Смотри. Ступеньки, кстати, есть. Речка красивая. Если ты хочешь ко мне видео, значит, будь ведущим. Расскажи, как тебе парк? Хороший парк. Уже становится, правда, жарко. Жарко. Надо я уже расстегнулась. 6 утра. А я что-то думала, что 6 утра закрыто будет. Все-таки пахнет слонами. Такое чувство, что это слоны будут. О, бурелом какой. Бамбуколом. Бамбуколом. Надо подшумить. А мы, наверное, до первого водопада в тот раз добирались. Да?
Я его слышу, но я его не вижу. Как это? Куда нам идти? Теперь. Непонятно, как к нему пройти. Ты тоже не видишь? Фига, тут вообще тропы точно нет. Это уже точно не туда. Ну? У меня что-то есть. Блин, обидно прийти, тут написано есть водопад. Водопада нет. Водопада по-прежнему нет. Может, этого вообще тут нет. Вот, кстати, тропа. Это сюда тропа, что ли? Ну, потом выберем. Кто-то пищал, слышишь? Кто-то в воду прыгнул. Куда? 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 Мне кажется, куда? Куда? Водопад? Ага. Ну, мне кажется, нас сейчас развили как опыт совсем. Либо даже лучше его назвать. Как-то так. Язык не повернется. То, что было водопадом. А? Там же было написано смол. Смол? О, это река. Порог небольшой. Это водопад. Нас обманули. Мы вышли на тропу, на которую нельзя ходить без гида. Но гида тут тоже нигде вроде как и нету. Мы решили только краем глаза посмотреть начало тропы. Вообще она выглядит вот как-то вот так. Там дальше обрыв. По идее 3-4 километра по этой тропе и будут какие-то прекрасные водопады. Но после прошлого водопада, который оказался речкой, мы как-то не очень хотим до конца дойти.
вообще реально чувствую, что ты в джунглях. А? Такое. Все, вокруг густые заросли. Под ногами корни. Короче, один раз втыкнулся, увалился туда и все. Видос, видос. Ну что скажешь, Сани? О, 7-й километр. 7-й километр, и мы решили не ходить далеко по той тропе, по которой очень сложно ходить, в джунглях пошли по канал проще, чем водопад, простой. Но... После поиска водопада, которого на самом деле там нет, мы ушатались вообще, вот так вот мы выглядим. Тайские водопады. Почему они не сделали ни одной скамейки? Посмотрите на меня. Беда я. Табличка есть. А скамейки нет. 3 километра идешь туда, ни одной скамейки. Семь кругов бюрократии. Заплатили за воздух. 1700 за парковку. По 20 с носа. За это за... сервис причала какой-нибудь. Сервис причала, причем с человека. Сервис причала. Ну, а тут, смотрите, русские тоже ходят. У нас самая дешманская поездка за 1700. А в прошлый раз я как-то очень выглядела бомжовски, что мне продали ее за 1000. Видимо, в этот раз я выгляжу лучше. Но не факт. Так, значит, билеты у нас проверили. Можно купить кукурузу для рыб. Это чтобы второй раз сюда не проехали туристы, ушли. Ага. О, наша лодочка. Что, мешает эта штука? А? Мешает плыть? Мне мешает любоваться видом. А-а-а.
Угу. Там тоже в джунглях поют эти свиристели. Ого, вот волны даже качают. Он туда ноги опустил. Такие домики. Наверное, можно пожить. Туалет, кстати. Я думаю, что тут так пахнет? Тут туалет. Пить нельзя. Ну, вроде не пьем. Еще домики. Купаться тоже нельзя. Хотя бассейн какой-то типа есть. Ну, шести. А, так можно еще купаться, кстати. Оп. Тут какое-то масло от водок. Там оно такое. Большая какая. Сейчас рыба ждет, что мы будем скормить, значит, а мы не взяли только курицу. Так вот. Ой-ой-ой. Ребята поют. Кстати, вода.
И погодка. Кажется, дождь начинается. Мастер перевязывания узлов. Почему вы не хотите остаться еще на одну ноченьку? Но? Кто-то другой не хочет, похоже. Даже приводил аргументы. Угу. А я хуй сказать не хочу. Я хочу. Очень классно. Я бы осталась еще. Ну надо работать. Сколько нам ехать? Часа 4? 200 километров? На часовой паром успеем? О, нет, на трехчасовой. На трехчасовой?